На встречу с мэром пригласили представителей сочинских научно-исследовательских учреждений и вузов. Многие из присутствующих не одно десятилетие посвятили научным исследованиям. Среди них сотрудники институтов медицинской приматологии, цветоводства и субтропических культур, научно-исследовательского центра курортологии и реабилитации, Сочинского нацпарка, Кавказского государственного заповедника, отделения Русского географического общества. Каждое из этих учреждений – ценнейший ресурс для нашего курорта. Кроме НИИ, научные работы проводят и наши высшие учебные заведения, которые в условиях консолидации смогут решать многие городские проблемы. Научная база для этого имеется обширная, готова оказать содействие по всем фронтам, оказывать помощь всестороннюю, помогать вам, вашим студентам, вашим организациям, вашим научным сотрудникам, которые переворачивают научный мир, потому что сейчас мы все нуждаемся в новых идеях, в перспективных планах развития для того, чтобы, конечно же, развивался наш курорт, конечно же, развивался наш Краснодарский край. Среди приглашенных на торжественное мероприятие в честь Дня российской науки Татьяна Шаркова, кандидат биологических наук, преподаватель Сочинского института РУДН. Научной деятельностью занимается 15 лет. Из них большая часть посвящена изучению инфекционной патологии. Такое решение Татьяна приняла после вспышки в стране птичьего гриппа. Ситуация была серьезная, и если бы он получил возможность передаваться от человека к человеку, мы могли бы получить достаточно существенную вспышку. Остановить вспышку тогда удалось за счет того, что очень много было сделано, в кратчайшие сроки была разработана вакцина. Ученые очень плотно тогда работали, буквально в праздники, перед Новым годом мы эксперимент тогда заканчивали. До сих пор публикуются статьи с новыми доработками тех данных. Всегда приятно получить признание, знать, что твою работу ценят, замечают. Представителей научного сообщества Сочи Алексей Копайгородский наградил знаками признания и почет сочинцев, а также за трудовые успехи на благо города Сочи.